Привет, моделисты и моделистки. Я прям, как говорится, щух, сделал праздник на нашей улице. Когда я собирать стал этот Dash 9 MTH, собирать вот эти LED ditch lights, и они были установлены здесь на такой вот, как правильно назвать, я не могу вспомнить точно. В общем, такая платка, не платка, а такая ribbon по-английски, соединяются, к примеру, в маленьких устройствах дисплей с основной платой. Она гибкая. В конечном итоге одна шейка вот эта отломилась. Сейчас вы видите, здесь вот две точки припоя. Там стояли nano-LEDs, которые я использовал. Я их отпаял, и они сейчас здесь работают. Я взял этот магнит, провод, который наматывают магниты, магнит вайер здесь называется. И все переделал. Конечно, круто, потому что сама вот эта вот штука и после установки она приклеена к низу этой панельки здесь, так? И потом панель вот эта, где ходят здесь эти вагоновожатые, да? Engineering conductor, тоже была приклеена на сей в ES44 AC, который предыдущий я делал, тоже BNSF. Там было попроще, там я отделил ее, и она не так пострадала, но второй раз уже здесь не так мне получилось хорошо. Я не буду вам заморачивать катод, анод, плюс позитивный, негативный. Но все вот эти вот LED в MTH, они сидят общие, у них противоположные, как у DCC. Из-за этого нужно разрывать все цепи. Но это только можно сделать, когда достав эту вот штуку. Вот. В общей сложности обычно у меня сложность от 1 до 10, даже можно сказать от 0,5. У меня некоторые инсталляции, можно там пивка пить и инсталлировать всякие plug and play, да. Здесь 10 плюс, как канал, серьезно, я не шучу, это просто караул. Ну, скоро сейчас соберу, может, видосик по катушке сделаем. Пишите, если вам интересно, ребят, про этот общий common, да, отдельное видео могу сделать. И у меня прям здесь список про ECOS, Railcom, Zimo, ESU. Ну, пальцев не хватит. Спасибо за поддержку. Есть на основном канале кнопка Join, да, Membership. А здесь у нас есть Patreonчик тоже. Спасибо большое за внимание. До свидания.